Трехлетний селезень и утка живут совместно с самого рождения. Для них даже выделили птичник. Не хватало лишь водоема. Поэтому супругам построили площадку с бассейном. Увидев новое место для купания, утка сразу решила его опробовать. Прямо как в дикой природе. И селезень, уже как мужчина, отвечающий непосредственно за свою птицу, за свою самку, он уже обходит территорию, контролирует и кряканьем, значит, комментирует ее плавание. Между собой сотрудники горзеленхоза называют вольер дворцом. Площадь 25 квадратов, высота 3 метра. На территории установлен ракарий, чтобы птицы разминали лапы и крылья, карабкаясь и взлетая. В доме и под кроной кустарников можно спрятаться от непогоды. Площадку вокруг бассейна обложили гранитом и мрамором. Когда светит солнце, она нагревается, и на ней птицы после принятия водных процедур смогут обсохнуть. Утки в новом вольере сразу привлекли внимание посетителей. Сотрудники горзеленхоза просят гостей парка не кормить птиц. Пернатые и без того питаются по графику. А продуктами визитеры просто загрязняют сад и бассейн. Тем временем вольер, который покинули утка и селезень, уже заняли их бывшие соседи – петухи. А супружеская чета осваивает новую жилплощадь. Теперь уточки официально прописаны в новой жилплощади. Артем Сулейманов, Ильдар Гареев, вся Уфа.